Приветствую всех на канале «Окна столицы». Перед вами Бигвиль Гранд Туран, компания-застройщик BI Group. Бигвиль расположен на пересечении проспекта Туран и улицы Сагынак. Бигвиль будет представлен в трех классах жилых комплексов – это стандарт, комфорт и бизнес-класс. Ожидается, что будет построено не менее 6 очередей. Также отметьте, что согласно буклету застройщика, рядом будет построена и школа. У всех очередей каркас монолитный железобетон, стены газоблок, фасад фиброцементные панели и клинкерная плитка. Но, конечно, у бизнес-класса фасад будет отличаться. Ну а мы с вами сегодня рассмотрим первую очередь, она представлена как комфорт-класс. Высота потолков в ней начинается от 2,7 метров. Но в очереди, которые представлены как бизнес-класс, высота потолков начинается от 3 метров и доходит до 3,3 метра. Квадратуры квартир начинаются от 40 квадратов и доходят до 145 квадратов. Ну а с этого ракурса вы можете рассмотреть ход строительства Бигвиля, после чего сразу отправимся смотреть обзор. Ну еще с вас, конечно же, лайки, подписка, комментарии, ведь чем больше активности, тем быстрее выйдет следующее видео. Очень предусмотрительно, что здесь такую дорогу сделал застройщик. Сам комплекс у нас невысокий, 9 и 12 этажей. Но вот позади там строится бизнес-блок, блок бизнес-класса. Вот он будет иметь этажность повыше, намного повыше. Фасад здесь получается фиброцементные панели и клинкерный кирпич. В основном комплекс в двух цветах. Здесь парковочная зона будет. Первые этажи, как обычно, у нас коммерческие помещения. И вот это у нас вход в четвертый подъезд. Плитка вот такая. Здесь колодцы. Уже высажена какая-то часть насаждения. А вот так выглядит вход в подъезд. Цифра 4 и обозначение поквартирное. Здесь имеется освещение, вот такое предусмотрели, современное. Пока тут вокруг комплекса дорогу не сделали. Потребуется какое-то время, когда, наверное, вот этот блок будет готов. Здесь они будут уже вынуждены открыть эту часть дороги, чтобы комплекс можно будет свободно огибать. Ну, давайте потихоньку будем заходить, посмотрим, что внутри. Первый стеклопакет полностью литражный. Такая домофон-система. Сразу при входе встречает вот такой логотип. Видим картины. И первое, что отмечаю, это размеры этой входной группы. Она действительно очень большая и широкая. Тут у нас искусственные растения, радиатор, трубы. Полностью стеклянное остекление, что позволяет свету попадать сюда. Ну и выглядит это, конечно же, очень красиво. Есть зеркала, чего не хватает многим комплексам. Здесь огромная колясочная зона, очень большая. Так, два лифта установлены. Если пройти сюда, здесь у нас информативная доска. Камеры впереди. И тут выход на лестничные пролеты. Так, ну нам нужно посмотреть паркинг перед тем, как будем подниматься потом. Здесь пока ламинат, линолеум, но в последующем будет вот такой керамогранит. Тайники, и уже все расставлено. Тут впереди у нас паркинг. Паркинг у нас на всю территорию двора. И места расчерчены. Видим, пока никаких табличек. Хорошее освещение. Очень тихо. Да ладно. Здесь у нас обозначение четвертого подъезда. Установлены камеры.
Ну, такие есть небольшие места для парковки велосипедов. И для каких-то счастливчиков вот здесь будут у нас кладовые помещения. Вот тут два. Вот это я вижу кладовое помещение. Так, ну, давайте не будем здесь долго задерживаться. Смотрите, видите, какая большая входная группа. Модное освещение. Да. И не показал я вам, как оформлены лифты. Два лифта, поскольку 12 этажей в этом подъезде. И вот такая навигационная табличка. Вызываю лифт в черном цвете. Думаю, не совсем удачный цвет. А мы поднимаемся с вами на 12-й. Так, 12 этаж. И первое, что я отмечу, это вот эту дверь. Такая разделительная дверь между квартирными площадками. Я вижу там квартирные площадки и зоны лифтов. Здесь обозначение 12 сразу при выходе из лифтов. И пока лифты у нас спрятаны в пленке. Тут выход на лестничные пролеты. Да, вот эта дверь мне очень нравится. Чтобы вот этот весь шум не слышать. Тайники уже полностью обставлены. А вот так вот выглядит у нас квартирная площадка. Итак, здесь две двери. Третья. Четвертая, пятая. Освещение все быстро срабатывает. В принципе, светло. И довольно-таки чисто. Вот они, счетчики. Так, все это на замочках, видите, да, спрятано. По дверям. Здесь у нас электрозамки, есть звоночек. Вот такой, вот такая табличка, обозначение квартиры 166. Стопори, чтобы двери не бились об стенку. В целом квартира расположена так, что друг другу никто мешать не будет. Видите, да? А, кстати, еще вот такие уголки. В местах, где могут быть повреждения. Здесь уголок. Да. Вот эти две двери только ближе друг к другу расположены, но они также, вот эта дверь будет открывать, она не будет, в принципе, задевать эту дверь. Так что простительно, ну и нормально. Так, что у нас дальше? Тут очень тяжелые двери. Вот там переходной балкон. Вот таким образом он оформлен. Это металл у нас. Здесь открывается вид на территорию двора. И смотрите, вот они у нас виброцементные панели. Места для кондиционеров. Очень все аккуратно здесь выполнено. Здесь вот такая плитка. Не такая, конечно, как в коридорах на входной группе, но тоже довольно-таки неплохая. Вот эти бесконечные двери, очень тяжелые, бились. 12 этаж. Там у нас выход на техэтаж. Почему-то здесь у нас нету освещения, только на самом этаже срабатывает. Это 11 этаж. Давайте смотреть. Потом спустимся на второй и посмотрим территорию двора. Здесь, в принципе, у нас все точно так же. Бесконечные двери. И 11 этаж. Смотрите, здесь у нас высота визуально по квартирам, то есть высота потолков, она идет меньше, чем на 12 этаже. И 5 квартир. В целом двери все так же расположены. Мне нравится вот эта цветовая гамма, то, что все не в одном цвете. Но не будем здесь долго задерживаться.
Отправимся с вами на второй этаж. Посмотрим территорию 2. Итак, мы с вами на втором этаже. И здесь уже у нас вот такой снова логотип встречает. Снова лифты оформлены таким же образом, как и на первом. Тут у нас те же самые квартиры. Только тут подмечаем то, что здесь уже идет декоративная штукатурка. Более солиднее. Входной вход, то есть квартирная площадка здесь. И здесь снова высота 3 метра. Видите, да? Так, отправляемся. Сразу видеокамеру подмечаем. Здесь у нас такой же домофон система. Еще пространство. Такое большое витражное остекление. И вот здесь у нас выход во двор. Так, сразу перед выходом у нас скамейка, мусорный контейнер. Четвертый подъезд выглядит именно вот таким вот образом. И вот эти переходные балконы. Смотрите, есть места кондиционеров вот такие, они поболее, размером на всю, то есть на все ваше окно. И есть поменьше корзины. Там у нас будка security впереди, детская площадка по центру, как обычно, газончик, насаждение, скамейки, все очень красиво. Здесь маленькое поле, здесь зона для занятия спорта, еще детские площадки с качелями, барабанами, как видите. Как я говорил, вон он у нас первый подъезд. Здесь 9 этажей. Из них вот 8 здесь, с этой стороны жилых. И один у нас остался с обратной стороны дома. Там идут коммерческие помещения. Там у нас лавочки-качели. Можете вот посмотреть, как выглядел комплекс. Выглядит комплекс со двора. Вот именно вот в этой части мы с вами находились. Смотрите, нужно, да, похвалить и отметить то, что вот в зависимости от фасада, вот эта внутренняя отделка вот этих переходных балконов, она уже там идет цветом, видите, каким под фасад. А там, где выше, где белый, у нас белые металлические панели были внутренней отделки балконов. Есть техэтаж, конечно же, плюс этого комплекса, и малоэтажность. Мне, допустим, больше нравится, конечно, малоэтажный комплекс. С той стороны двора у нас находится пандус, и помимо этого есть спуск еще вон там у нас, для тех, кто хочет спуститься на обратную сторону двора, может оттуда пройти. Вот это у нас будка security. Здесь места для велосипедов. Вот такой аккуратный, плавный пандус. Вон она, бизнес. Так, очередь, блок, который будет бизнес-класс. Ну, на него, конечно, нужно отдельный обзор делать, чтобы сравнить даже, допустим, вот, комфорт и тот же самый бизнес, чем они отличаются. А вот так выглядит территория на сегодняшний день позади комплекса. Ну, собственно, так выглядел комплекс Grand Touran комфорт класса. Обязательно поставьте лайк под этим видео, напишите свой комментарий и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!